канале. Решила тоже так поснимать такую небольшую сборную солянку. Не знаю сейчас то, что вы видите в начале видео, в середине или где появляется. Но тем не менее поздравляю нас всех с тем, что скоро летние каникулы. Ну, для кого каникулы, для кого как бы рабочие будни продолжаются, но все равно осознание того, что лето, жара, круто, можно сарафанчики надевать, легко выглядеть и так далее, это, конечно, очень и очень радует. Вот. Никаких каких-то особых вещей в моей жизни за последние дни, даже недели, не происходило. Были поползновения взять камеру, может, даже в эфир вылезти, но, поверьте, настолько бываю уставшей, после туров мчусь домой и сразу сажусь за занятия, приходится еще и обед готовить как-то в промежутках между... Короче, не успеваю, и просто даже физических ресурсов не остается так, чтобы что-то рассказать, показать, не знаю, что. Вот стою на фоне своей полусделанной стены, как бы основная часть, то, что я кирпичом хотела выложить, у меня уже выложена, но уже часть стен, мы должны с Арамом пойти найти краску, которая будет гармонировать, тоже такое бледненькое, желтенько-бежевое что-то такое должно быть, должны потолок, стены, все обновить, покрасить. Вот так вот сейчас это все выглядит до туда, ну дальше уже надо конкретно, конечно, работать. Но я думаю, что это нам вдвоем работы, наверное, на пару дней и все. Валиком раз-два закрасила, до свидания. Виноградик. К сожалению, наш виноград прошлым летом стал жертвой бешеного урагана. И то, что вот пышно шло буквально аж до сюда, и вот здесь вот, где голые веточки, там тоже все было в листве, просто сорвало виноград с тех мощных тросов, которые мы завязали вокруг перил. Это все порвалось, Арам едва смог это все привязать. Это было, конечно, что-то с чем-то. Сейчас виноград более-менее как-то оживает. Вот есть еще несколько веточек, которые видно, что имеют тенденцию ползти вверх. Я их хочу тоже на сильные такие крепкие канатики привязать к балке вот этой поперечной у нас наверху. Зато у нас в этом году мы пересадили нашу бегонию, и она буквально воскреснув начала цвести, как видите. Во-первых, похвалюсь своим вчерашним маникюром. Ну, на самом деле, я бы так уж сильно не заморачивалась и в неделю раз бы себе ногти не делала, но все-таки, когда уже чуть-чуть отрастает, уже шелушится кутикула, хотя я ее в день несколько раз чайным маслом чайного дерева смазываю, вообще всякими маслами, кремами, но все равно. И поскольку работа гида – это постоянное мельтешение перед глазами людей руками, показывать что-то, я альбом свой держу и так далее, ну, понятное дело, что внимание твои руки привлекают огромное, соответственно, их аккуратность в приоритете. Я заказала с Wildberries вот такие вот шикарные наклейки, которые имеют в себе градиентный такой переход с лимонного в розовое. У меня до этого была одна рука ярко-оранжевая, другая такая ярко-изумрудно-зеленая. Я немножко подустала, решила перейти в розовый нюд. И вот так вот у меня вот волшебная на всю голову вот эти наклеечки. Они такие очень красивые, именно градиент сделан. И я вот такая вот сейчас хожу. Конечно, пришлось мне попотеть над этим делом, но результат того стоит. И, кстати сказать, поскольку у меня и так ногти травмированы от всех этих гель-процедур, на всякий случай, чтобы обезопасить, чтобы каких-то ожогов не было и прочего, ну, постожоговых каких-то реакций, я всегда после маникюра 2-3 дня пантенолом, вот видите, он у меня уже заканчивается, обязательно смазываю. Это очень хорошее средство от ожогов кожи, от всяких раздражений и так далее.
купила себе на Wildberries футболку такую классную с котофеями. Кто ты сегодня? Тут у меня офигиня. Кто тут? Чего? Благиня. Это прям про меня с телефоном. Какая-то там грустиня, психологиня. Но самое главное сзади. Богиня. Мне так эта футболка понравилась. Причем могу, кстати, артикул на нее в описании к видео оставить. Не маломерит, что достаточно часто случается с товарами с Wildberries. По поводу моего обучения нейрографике, из-за очень плотного графика моей работы в основном я не успеваю нормально заниматься. То есть я прослушала... Мне только одну лекцию осталось дослушать и законспектировать. Я обязательно пишу конспекты всех своих лекций, которые Алена выпускает. Потому что по-любому, да, как бы я там 2 года не рисовала, какую бы тонну видео профессиональных коучей я не пересмотрела, все-таки есть какие-то нюансы, которые все же хочется прояснить для себя, кое-что новое даже узнала. Поэтому... Нарисовать я успела в качестве отчетного урока только один, вот с этим описанием и со всеми делами. Ну вот остается еще 3 урока нарисовать. У них так вот, такая система. Ты по всем пунктам, как требуется, делаешь рисунок, пишешь к нему описание своей работы по всем пунктам базовым, и тебе к каждой работе присуждается номерной значок. Потом Алена, значит, записывает видео с разбором всех работ, и ты можешь уже кликнуть и посмотреть, в котором из этих видео твоя работа обсуждается, уже понять какие замечания и так далее. Плюс еще у нее в этом курсе была один бонусный алгоритм, по которому не надо ничего, никакого домашнего задания делать, но он как бы в подарок прилагается. Ну и в конце, по завершению всех этих рисунков и так далее, надо будет пройти тест. И уже там надо какие-то свои данные отправить, чтобы тебе там выслали сертификат и так далее. Кстати сказать, вспомнила о своем недавнем приобретении на Wildberries. Ну, конечно, мы всей семьей плотно подсели на этот сайт. Это просто наркотик, какой-то кошмар. У меня как-то пропал интерес к сумкам через плечо. Ну, я, конечно, их использую, но что-то я в последнее время подсела на такие... кроссбоди типа почтальонок, что-то такое маленькое, небольшое. И долго ковыряясь на этом сайте, я обнаружила вот такую вот шикарнючую сумку. Там расцветки разные, по-моему, есть еще рыжая, такая рыжеватая, черная, бежевая, не знаю какая. Короче, я взяла себе серую, потому что она, в принципе, с очень-очень многими нарядами по цвету сочетается, такой нейтральный цвет достаточно. У нее идет 2 ручки, одна из такой же, ну, это понятное дело, под кожу сделана, тоненькая, и вот такая вот сейчас безумно модная, вот такие широкие матерчатые ручки, очень легко регулируется ее длина. Очень мне понравился вот этот вот декоративный элемент из такой цепи. Вот так вот замочек открывается. В середине кошелек можно положить, причем эти штучки очень плотно захлопываются. И 2 отделения вот таких вот. Немножечко они не рассчитали, конечно, вот видите, низ сумки с такими перемычками, в принципе, держит ее общую форму. Но именно из-за вот этих перемычек, казалось бы, сейчас скажу, сумка вместительная,
сюда, по идее, очень много чего может поместиться, но потом закрывается немножко сложно. Но, в принципе, летом, что у меня тут? Два вида салфеток, сухие, влажные, помада и зеркальце. В принципе, больше летом ничего не надо. Деньги, ключи там и все. Закрывается вот таким вот образом. Достаточно плотно, не играет. Так что я очень-очень это рекомендую. По цене тоже безумно доступно, симпатично. Вот хотела с вами поделиться. Также у меня вот моя подружка, дорогая моя Линочка, в прошлом году, когда приехала, подарила мне вот такую вот сумку. Она чуть поменьше этой, но идея та же. Это, кстати, несмотря на свой маленький размер, более вместительная, в нее куча чего помещается, она невероятно пупсястая. И я, поскольку, ну, и Арам, и Рубошка надо мной реально хихикают, посмеиваются. Я сама подозреваю, что это какой-то мой личный тик. Поставьте лайки, откомментируйте те, кто такие же, как я. У меня просто такая фиксация на всяких таких звенящих, клацающих, вот таких вот звуках. То есть я обожаю браслеты, которые вот так шумят, сережки, которые так шумят, брелки всякие. Я люблю, когда я иду, чтобы на мне что-то вот так вот позвякивало. Короче, мой дом надо мной смеется. Я даже помню, что когда я в институте преподавала, мои студентки частенько жаловались на других преподавателей, говорили, вот нас заставляют браслеты снимать, сережки снимать, если на уроках это все звенит, шумит. Я им говорила так, на моем уроке надевайте на себя, вот как пришли, звените, шумите, клацайте, лязгайте, потому что это мне успокаивает нервы. И вот я иду по улице, вот так. И что я хотела показать, вот именно для этих целей я приобрела себе вот такой вот обалденно офигенный брелок. Настолько натуральный, просто реалистичный, шикарнейший. Хотя я не особая поклонница подобных напитков, но мне так понравилось, и причем таких внушительных размеров, как видите. Да, еще раз могу свой маникюрчик продемонстрировать, такой классный. Вот. Короче, я не знаю, это моя личная шиза, но мне прям реально это нравится. Да, и еще хотела показать, значит, вот то, что я на ногти приклеила, это вот этот вот набор. Супер-пупер качественные. И посмотрите, какие красивые, интересные можно дизайны с ними, я головой вниз держу, придумывать. Особенно вот на такой вот потрясающий нюдово-розовый. Посмотрите, как это красиво все сочетается. И еще я себе заказала, ну просто до неприличия огромный набор слайдеров. Но в основном это такие осенние слайдеры. Хотя, в принципе, розовые и летом можно использовать, по большому счету. Но вы посмотрите, какая тут милота. Чашечка, шляпка. Тут есть пироги, дневничок. Одним словом, можно на своих ногтях каждый раз что-то такое классное. Приходит, кстати, шикарно упаковано. Сзади такая подложка из плотного картона, который, кстати, можно своим детям отдать на съедение для поделок каких-то, так, чтобы вот эта бумажка не помялась. Вот. Так что все, о чем я скажу, я оставлю в описании к этому влогу. Если вам надо, посмотрите, может, вас тоже заинтересует.